Тоттенхэм и Бавария достигли соглашения о переходе английского форварда Гарри Кейна в немецкий клуб за 100 миллионов евро. И теперь решение остается за нападающим. Контракт Кейна со шпорами истекает в следующем году, и он сможет покинуть клуб в качестве свободного агента. Поэтому Тоттенхэм стремится продать его этим летом, чтобы получить хоть какие-то деньги за своего звездного футболиста, который является вторым бомбардиром в истории премьер-лиги. На его счету 213 голов. В 2019 году Кейн с Тоттенхэмом дошел до финала Лиги чемпионов. Однако он так и не завоевал ни одного крупного трофея в клубе. Кроме того, прогресс команды застопорился. Восьмое место в премьер-лиге в прошлом сезоне означало, что Тоттенхэм не попал в Еврокубки. Эксперты считают, что трехкратный лучший бомбардир чемпионата Англии может стать ключом к оживлению Баварии, которой в прошлом сезоне не хватало центр-форварда после того, как Роберт Левандовский ушел в Барселону.